работы каббалиста. Выявить, что мешает распространению света сверху вниз и на плоскости нашего мира. Это, в принципе, то, чем занимаются каббалисты. Ну, в наше время и в нашем, на нашем уровне мы с вами занимаемся распространением. Мы еще не можем притянуть на себя высший свет. Мы не знаем еще, каким образом он сверху может пройти. Мы не можем еще... Знаете, вот это как молния, которая ищет, каким образом она может пройти по этим ионизированным всевозможным молекулам воздуха и таким образом проскакивает вот таким вот путем особым и достигает в итоге Земли. Вот создать вот этот вот ионизированный путь для прохождения света – это является нашей задачей. Как только мы его создаем, свет начинает действовать на нашем уровне. До того уровня, на котором мы можем создать этот проход свету. Так вот, в этом задаче заключается задача праведников. А мы с вами просто на нашем уровне уже этот овеществленный, так сказать, в книгах, в медии каббалистический свет распространяем.